Всем привет! Че ты, Тимур, смеешься надо мной, что ли? У меня уже трансляция запустилась, а ты надо мной прикалываешься? Нет. Всем привет! Так, все. Вижу, слышу, запустилась. Так, минуточку, сейчас открою чат. Просто картина, а меня не видно? Тимур, не пугай, у меня показывает, что все видно. Так, меня видно? Наборчик от Мир Вышивки видно? Добрый вечер. Меня слышно? Вряд ли будет трансляция. Нет, мадам Плюшкина, не угадала. Приехал электромеханик и все запустил. Я сама не ожидала. Он сейчас включил, все работает. Девочки, подробности на моем канале жили-были. В общем, пока включился компьютер и работает, мне надо срочно провести розыгрыш. А для тех, кто не понимает, о чем речь, подробности на канале жили-были. В общем, сижу в мокром углу. Вот, слава богу, аппаратура включилась. Мы ее решили проверить. И я прям срочно сказала, все, быстро-быстро делаем трансляцию. Так. В общем, смотрите, сейчас я сразу запущу рандомайзер, проведу розыгрыш, и потом мы с вами поболтаем. И я отвечу на вопрос, как так, потому что я боюсь, что что-нибудь у меня сейчас вырубится. Поэтому розыгрыш провести мне в прямом эфире необходимо, а потом уже мы будем с вами говорить о технических вопросах, и я сама удивлена. Так. В общем, внимание, вот этот наборчик, который вы сейчас видите на экране, этот наборчик от фирмы Dimensions разыгрывает магазин Мир Вышивки. Сейчас я случайным образом, рандомайзером выберу комментарий, который находится под моей трансляцией, где я объявляла условия розыгрыша, и посмотрим, кто будет победителем. А вы уже знаете, что нужно было сделать репост на своей странице и быть подписанными на ВКонтакте, на группу Мир Вышивки и на рассылку Мир Вышивки. Ну, это, соответственно, спонсор, который разыгрывает приз, это обязательно, вы должны на него быть подписаны. Ну, а также вы должны являться подписчиком моего канала. Так, вижу, уже дизлайк один стоит, все в порядке, фанат мой на месте, можно начинать. Ну что, приступаем. Так, сейчас я попробую сделать демонстрацию экрана. Я уже все пробовала, у меня получалось. Так, демонстрация экрана есть. Это вот трансляция, которая у меня идет сейчас. Я открываю трансляцию. Вот она, трансляция. Магазин Мир Вышивки объявляет розыгрыш. То есть вот это как раз вот это видео, под которым были размещены комментарии. Вот вы сейчас видите комментарии под этим видео. Дело в том, что девочки добавляли сюда ссылки. Некоторые девочки писали комментарии, ссылку добавляли не сразу. И поэтому, когда я нумеровала, то последний номер... Вот здесь вот был, так, сейчас я сделаю упорядочить комментарии, сначала новые. Вот, как мы видим с вами, вот они комментарии. Так, мне повезет, не повезет. В общем, смотрите, что сейчас я делаю. Дело в том, что я сначала их начала нумеровать, потому что думала, что чтобы проверить, все ли комментарии на месте. Мне писали девочки, что добавляют комментарии, но они его не видят. Дело в том, что когда вы добавляете комментарии, то ваши комментарии с ссылками, это всегда так было, они попадают в спам, то есть раздел спама. Комментарии, так, вам они видны, да? Вот смотрите, спам. В спаме нет ни одного комментария. Далее. Участвую. Вот еще Антонина добавила. Я нажимаю «Разрешить».
Все. Как видите, на проверке у меня нет ни одного вашего комментария. В спаме тоже нет ни одного комментария. Все комментарии опубликованы. Нумеровать уже нет их смысла. Я вначале проверяла, все комментарии были на месте, и те, которые вы добавляли сегодня, я их не нумеровала. Но, собственно, сейчас будет рандомайзер не по номерам, а просто будет выбираться ваш случайный комментарий. Вот, я вам сейчас показала, что у меня ничего нет. Просто девочки писали, что вот комментарий добавила, но я его не вижу. Ну вот вы понимаете, да, все, что у меня было в спаме, Тимур, отними у него, чтобы он не рычал, все, что было в спаме, я опубликовала, то есть никаких ваших комментариев ни в спаме, ни на проверке нет. Все комментарии опубликованы под вот этой вот трансляцией. И если какой-то комментарий вдруг вы не видите, это говорит о том, что это не моя вина. Это, в общем-то, таким образом работает YouTube. Но вот для чего я нумеровала? Я сверяла. То есть на тот момент, когда я присваивала номера, все абсолютно комментарии были на месте. Все были на месте. Я для этого нумеровала, чтобы мне проверить. Я пересчитала каждый комментарий. Некоторые девочки писали, почему комментариев 60, показывает 121, потому что первый комментарий один, это мой комментарий, и каждому я отвечала, номер присваивала. А кому-то отвечала два раза, добавьте ссылку. Кто-то, если из девочек забывал добавить ссылку, то есть это были мои комментарии, я их все пересчитала. Поэтому здесь сомнений быть не должно, но чтобы не было еще каких-то дополнительных претензий, вот смотрите, я сейчас поставила упорядочить сначала новые. Вот мой комментарий закреплен. Давайте я сейчас вот так пролистаю. Так, у вас видно хорошо экран сейчас? Да, видно. Вот она, смотрите, я Антонина нажала опубликовать. Вот вы видите, да, комментарий сразу опубликован. Только сейчас я нажала, и сразу его видно. То есть, если вы его не видели, это был какой-то глюк YouTube, на следующий день все комментарии появились. Все, я проверила. Смотрите, я сейчас пролистываю. Для чего я это делаю? Для того, чтобы вы поняли, что вот эти комментарии, которые сейчас здесь есть, эти комментарии будут принимать участие в розыгрыше. Потому что у меня была проблема такая, когда я провела розыгрыш, мне написала девушка, почему мои фотографии из альбома удалили. То есть они в розыгрыше не принимали участие. Я ничего не удаляла. Эти фотографии этой девушкой были удалены сразу после объявления победителя розыгрыша. То есть я объявила победителя, и моментально она свои фотографии удалила и потом написала. Чтобы не было никаких претензий, все проходит в прямом эфире. Я пролистываю сейчас ваши комментарии. Вот эти все комментарии будут участвовать в розыгрыше. А если по каким-то причинам вы здесь не видите эти комментарии, я абсолютно ничего не трогала, либо вы как-то его неправильно, может, разместили, или написали, не отправили, не нажали кнопку «Отправить». Вот, пожалуйста, 6 дней назад, вот Светлана Невзорова была первая. Так, ну все, вот видите, да? Я специально делаю запись вот сейчас. Трансляция сохранится, и запись этих комментариев будет. Ну, то есть, девочки, вы понимаете, да, что чтобы не было таких там проблем, что-то подтасовано, мне нет смысла подтасовывать, мне абсолютно не важно, кто сейчас из вас выиграет. Так, я беру ссылку вот на это видео. Есть прекрасная программка, которая называется Рандомайзер. Вставляю ссылочку сюда. Так, комментарии 173, в том числе и мои. Вы понимаете, да, почему большая цифра? Потому что я тоже отвечала на комментарии. Так, ну что, я надеюсь, что все девочки выполнили условия розыгрыша и не будет никаких казусов. Вот видите, да, на экране идет моя трансляция предыдущая. То есть это говорит о том, что рандомайзер правильно нашел мое видео. И сейчас внимание. Кто же у нас будет счастливчиком? Внимание! 3, 2, 1, пуск!
Ну. Так, что такое? Еще раз. 3, 2, 1. Пуск. Для работы с сервисом необходима YouTube авторизация. Вообще-то я нахожусь на YouTube. Тимур, ты видишь? Так, авторизация через YouTube. Заходим через YouTube. Хорошо. Зачем-то он просит разрешить ему сюда допуск. Раньше такого не было. Ладно, я его допускаю. Так, видим опять, да? Еще раз. Берем ссылку во избежание каких-то неприятностей. Берем ссылку, вставляем. Все, 173 комментария. Надеюсь, на этот раз пуск будет удачный. Всем желаю удачи. Внимание, 3, 2, 1, поехали! К сожалению, ссылка в описании к этому видео не обнаружена. Вы всегда можете исправить и оплатить розыгрыш. Премиум розыгрыш! Девочки, рандомайзер стал платным! Что это такое? Купить премиум аккаунт. Тимур, что это? Ну так делаешь, может. А? Я эти розыгрыши уже кучу проводила. Еще раз. Еще раз. Внимание, мне повезет. Никому не везет. В описании к этому видео не обнаружено. Так, я должна разместить ссылку на giveaway. Получается, сейчас обязательное условие разместить ссылку под видео, получается, или в комментарий. Девчонки, вы видите, что творит YouTube с 1 августа? Ссылку размещаю. Надеюсь, теперь рандомайзер будет доволен. И наконец-то нам объявит участника. Если нет, я не знаю, что с этим делать. Вы не представляете, как сложно соображать и параллельно говорить, чтобы вам не было скучно и чтобы вы отсюда не разбежались. Кому же повезет? Кто же будет нашим счастливчиком? Ну, ес! Елена, лохматые крестики! С большим трудом Елена прорвалась в финал и получает приз от магазина «Мир вышивки». Переходим в контакт, видим, что Елена сделала репост. Все нормально. Ссылка добавлена. Девочки, вы не представляете, как я радуюсь. Я рада не меньше, чем победитель, потому что эта трансляция далась мне с огромными нервами. У меня такое ощущение, что я выиграла какой-то матч, понимаете? Ой, вы не представляете, в каком я была напряжении. Я думала, реально у меня уже ничего не получится. Но ничего, я думаю, этот накал страстей, это ожидание, наоборот, доставило вам удовольствие, вам было весело. Надеюсь, я не наплела какую-то чепуху в то время, пока я проводила розыгрыш. Фу, наконец-то мой мозг отдохнет, я прочитаю чат и расслаблюсь. Вот эти параллельные мысли, как мне настроить трансляцию и что в это время я вам болтаю, просто мой мозг вот так надвое раздвоили. Все, у меня какое-то раздвоение личности произошло. Все видно, все видно. Поздравляем, поздравляем. Так, Елена, прошу вас написать мне ВКонтакте, хотя, в принципе, я вас найду ВКонтакте и передам ваши данные менеджеру магазина, который с вами свяжется, и вы напрямую от менеджера получите приз. Привет, Инесса. Привет, девчонки, привет. Привет. Тишина такая в чате во время розыгрыша.
Попробуй другой рандомайзер. Марин, для того, чтобы пробовать другой рандомайзер, его нужно искать. Дело в том, что не все синхронизируются с YouTube и ищут комментарии. Обычно рандомайзеры, циферки 1, 2, 3, 4. Но для этого мне нужно было пронумеровать комментарии, которые вы писали сегодня и вчера. Пронумерованы были только предыдущие, когда я их пересчитывала. Вот. А вчера и позавчера то, что вы добавляли, мне бы нужно было время, чтобы каждый пронумеровать и найти рандомайзер, который выбирает числа. Рандомайзер, который загружает видео YouTube и выдает ваш комментарий, этот рандомайзер, вы видели, синхронизируется с моим, то есть вход идет через мой аккаунт YouTube. Так, я надеюсь, не видны были мои явки и пароли, когда я заходила. Тимур, не видно было? Не знаю, говорит. Вот, если мы просмотрим, если будет видно, то тогда придется закрыть просмотр к этой трансляции. Но вы ее видели, хотя нет, я закрывать просмотр не буду, я просто вырежу и перезалью видео, просто-напросто, вот, с победителем. Но вы все видели в прямом эфире, свидетели есть, что все проходило. Вот, просто, может быть, если будут какие-то там видны... Какие-то видны комментарии. Так. Так. А у меня все равно, Тимур, получается демонстрация экрана. По-любому там все это видно. Так. Так тут ничего не видно. Тут максимум, что видно, в мои аккаунты. Их и так все знают. Так, в общем, вот так. Там, по-моему, скрыты. Пароли, по-моему, скрыты, нет? Вот, девчонки, вот эти вот технические нюансы, скорее всего, что я в записи перезалью этот эфир. Вот. Ну, раз уж так получилось. Так, ну все, что... Что с техникой после потопа? Вижу, значит, все в порядке. Вот сейчас включила, да, все включилось, и поэтому быстро я розыгрыш провела. Так, девочки, все, на канале я заканчиваю. На канале жили-были. У меня сейчас ежедневные, даже два раза в день выходят ролики. Все, кто смотрел канал, знают прекрасно, почему я долго сейчас не могу здесь сидеть. Но видео я выкладываю, коротенькие видео я выкладываю для того, чтобы вы были в курсе. У меня много дел, много сейчас забот, и мне сложно сидеть. Ну, все подробности там на канале. Канале жили-были. Все, розыгрыш я провела. Жду победителя. Всем пока-пока.